С вами магазин «Кудеса чудеса». В наш магазин поступили новые фигурки богов. Но они уже одухотворены, и каждая из них ждет своего хозяина. Перед Йолем, каждой ведьме и ведуну обязательно нужно приобрести себе нового помощника. Чтобы, если не каждый месяц, то хотя бы каждый год ваша команда пополнялась. Богиня Диана поможет вам усилить связь с Луною, черпать ее силу и знания из тьмы. Поможет вам наладить контакт с животными. Вы сможете понимать, о чем поют птицы, будете слышать, о чем говорят звери. Станете более чутким и восприимчивым к окружающему миру. Бог Зевс, он наполнит вас силой и подарит вам свою мощную защиту. Вы получите новые качества, качества того бога, которого выберете для себя. И он станет верным помощником в новом году. Не хватает вам смелости, может быть, чуткости, силы, внимательности, справедливости. В нашем магазине вы сможете отыскать именно того бога, который с радостью поделится с вами теми качествами, которые вам нужны, а также своей мощной защитой, например, медуза Горгона, стражница мира мертвых. Медуза подарит вам свою мощную силу. Никакой негатив не сможет к вам пристать. Посмотрите, какая она прекрасная и агрессивная. Ее взгляд, превращающий в камень, не допустит до вас никакого зла, ни зависти, ни недоброй мысли от дурных людей. Сейчас на улице идет снег и дует ветер. Это портальное время. Самое время загадать желание. Пожелайте, чтобы Бог, который приглянулся вам, дождался вас в нашем магазине. Мы уже приготовились к Йолю. У нас наряженные елочки и царит сказочная атмосфера. Приходите к нам за новым помощником. И вы получите конфетку в подарок, заговоренную Аленой полынь. Вам нужно будет съесть ее в ночь на Новый год и загадать желание. А фантик вы можете оставить себе. Его нельзя выкидывать. Сделайте из него оберег на богатство. И пусть он притягивает к вам удачу и благополучие. Приезжайте к нам по адресу: улица Сервантеса, дом 3, корпус 3. Мы ждем вас.